Вчера ряд депутатов из разных фракций смогли посмотреть на специальном показе закрытом фильм «Матильда». Все комментарии уже, в принципе, были даны. Если кому-то будет интересно, то можно будет дополнительно поговорить. В целом можно сказать, что ожидания не оправдались. Я, как депутат, в прошлом возглавлявший комитет по защите, комитет по делам общественных и религиозных организаций, через который проходил закон о защите религиозных чувств верующих, смотрел очень внимательно на все детали и пытался найти те моменты, которые бы в юридическом смысле могли оскорблять граждан, верующих граждан, то есть могли унижать честь и достоинство в неприличной форме. Я таких моментов не увидел. Это фильм больше, на мой взгляд, не исторический, а это драма или мелодрама, которая показывает внутренний мир, переживания, страдания и раскрывает совершенно по-другому тех лиц, которые участвуют в этом фильме. И как человек, и как депутат фракции ЛДПР, где мы критически относимся к позиции Николая II и считаем, что именно из-за его слабохарактерности произошел заговор элит, и в результате чего была потеряна Российская империя, такой фильм, он позволяет другими глазами на него посмотреть, и многие вещи становятся понятными, откуда эта слабохарактерность, неуверенность и так далее.